Вот вышли мы из храма после богослужения 10 июня. Июля. Давай. Давай. Там это, брат, я только не знал, где точно сделать эти дырки под харуги. Надо бы сделать. Ломик там есть, в раздевалке стоит. Сделаем. Че? Я взял. Давай. Все, с Богом. Ага. Конечно, у тебя такой шанс, ты больше никогда не А чё, где певчие? Что-то никто не поет. Ладно, слава Богу за все. Лагерный огородчик, яблоки тут, дубиха, кирза. Вот этот пруд, вон чайка взлетела. Вот
освещение идут. Вон как парит, интересно. На месте. Жик в воду. Видимо, один рыбку заметил. Мы уже с утра установили палатки. Это уж можно было переодеваться. Мужчинам, женщинам. Вы уже заснялись, я ж снимаю. Надо делать их. Вот здесь вот это есть ломик. Вот здесь. Я просто не знал, где точно их. Да, а вот сюда, вот сюда столик, ты не туда поставишь. Вот поровнее. Сейчас батюшка будет тут крест. Он скажет, батюшка. Вот здесь. А я буду вот, уже в воде. Вот здесь. Брат, вот так, можешь, вот брат, поровнее. У тебя идеальная, вот, брат, у тебя вот идеальная. Так, да. Сейчас батюшка будет ходить в воде. Ты давай на плот. Да, да, я понял. И мы будем такие кадры сейчас с тобой делать. Кадры. На скамейку положи, пожалуйста. Вон там, сзади. Сейчас я это отвяжу, мне привязано. Вот ломик здесь, ломик здесь. Вот, ломик, вот в раздевалке. Все, отвязал. Привязан, да? Не, отвязал. Нет, ничего не привязано. Я, ну, можно будет, да, близко сядет. Да, да, да. Осторожно. А что малышок-то бегает? Ну-ка давай, тише, отсюда. Давай, давай, ходи. Тише, давай, отсюда. Порядок. Игорь Дубунов в воде стоит. Братья, мир вам. С миром принимаем. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. И вода. Переодевайтесь, братья. О, дельфин у нас тут плещется, да? Как водичка. Я сегодня скупнулся уже. Мы палатки устанавливали. Ну, вообще так бодрость. Можно шагнуть? Да, да, да. Шагайте, шагайте, я держу плотно. Вот сюда, вот чтобы они мимо ступали, крещаемые. А я буду показывать им сейчас. Они вот здесь. Вот. Они будут видеть, чтобы они сошли. Глубина. Площадка для батюшки. А они когда с площадки, они сразу вот так. Да, вот. Ну вот я стою. Ну, постарайся, твоя заслуга. Да, да. Игорь, на том углу, ты там дайте, чувствуешь себя как в воде, да? Как рыба в воде. Прям по полной. Ну вы здесь можете вдвоем. Никак на земле. Да, никак на земле. Я на земле вообще, как каракатица. Ну этот, ставь, ставь, ставь. Я там, да вон, с Вячеславом. Почему? Вот это? Ну, по мере надобности. Почему ты говоришь, как каракатица? Как селезень. Как селезень, да. Каракатица, она по-другому, пошустрее двигается. Все, можно, можно ходить это, купаться. Там есть ступеньки. Погода. Ну там последняя, которая в воде чуть-чуть шаг подальше делать, она хорошая, широкая ступенька. Широкие шаги надо делать, да. Ну, пошире, да. Последняя особенно. А вот эта первая какая-то кривая.
В смысле кривая? Что она кривая? Нет, это старая, это старая. Старая. А если люди будут на нее наступать? Ну, аккуратно. Это же старая лестница. Ты же впереди-то видишь шаг, куда ты идешь. Нет, то, что люди наступят, ничего не будет. Не-не-не, нормально. Предупредили. Она твердая. Там нет, ну некоторые будут остерегаться, например, нет, она твердая. Все уже тренировались уже. Они пускай на меня посмотрят, потому они все поймут. Они с Кузбасса приедут. У них ноги здоровые. Просвещением разума и благочестия на этим Святаго Духа. Господу помолимся. Боже, показатися ей от гнания всякого навета видимых и невидимых враг. Господу помолимся. Боже, достойный быть и нетленного царствия, дети, крестя ему, Господу помолимся. Еже ныне приходящим ко святому причащению спасению Господу помолимся. Еже показатися им сыновьями и дочерями света и наследниками вечных благ Господу помолимся. Еже быть им страстным причастниками смерти и воскресения Христа Бога нашего Господу помолимся. Обручение Духа нескверным порочным день страшных Христа Бога нашего Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, услышание Господа Бога глаз моления над грешным Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, избавитесь им, бей нам от всяких злых и смелых мыслей. Господу помолимся. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Господи, твою благодатью. Господи, помилуй. Боже, благоустроен милости, Боже, исцелуй сердца и утробы, тайна человеческой веды, един. Небо есть вещь, неявлена пред Тобой, но вся нагая обнажена пред очима Твоим. Веды я...